У камней на вершине холма сидел человек. Сотни тысяч шагов вели нас к встрече. Он не поднял головы, но не узнать его было нельзя. То был один из учеников Иисуса, его любимый ученик. Неужели он действительно пребывает в мире с тех пор? Зачем он здесь? Почему учитель оставил его среди нас? Что ищет он в этом мире? Может, он пишет новейший завет? Или следит за правильностью исполнения пророчества его откровения? Или хочет снова и снова пройти неисповедимыми путями учителя? Убедиться в силе и непогрешимости его учения? И как бы услышав вопросы, он заговорил. Что откровение мое, коль не поведал людям все? Правда сокрыта, не высказана до конца. Страшнее лжива мне она, горька во чреве, в устах моих была сладка, когда же съел ее. Как ход истории прошедшей изменить, пока молчал я? Правды, веры мучеников, что дополняет душами огромное число, как к жизни воротить, свой грех пред ними искупить. И видел я другого ангела, сильного, на огненных столпах, ногою правой на водах, а левой на земле стоял. Вдруг громким голосом, как рыкает лев, воззвал, и семь громов проговорили, каждый голосом своим. Но голос с неба, говорящий мне, «Скрой, не пиши!» И откровение мое ущербное этим. Я малодушничал, молчал, не написал. И столько лет в себе держал, без уста правды тот огонь, что все сжигает и мне покоя не дает. Так слушай и в себя прими все, что случилось, и как человек сам рассуди, нужно ли людям то, что я постиг в тот бесконечно мудрый миг. Пустыня предо мной, по коже словно ветер страх, вдруг молнии взмах, покой и мрак, секунды тишина. Но громыхнули небеса, и, сбросив ношу тяжких дум, мою наполнили словами грудь, и, жаля смыслом грешный мозг, проговорили. Вся тайна в том, что тайны нет, рождает тайну звонкое. О тайне, что живет во лжи, себя продать и не спеши. И недостойна лживая молва, заветной высшей тайны, что хранит душа. Земная тайна, как и ложь, земная тайна, как и ложь, пуста, пуста. Пуста. Словно каверзный огонь дарует новые стихи.
оставляет, извращает, хвалит и бранит. Заражает, исцеляет, возбуждает и пьянит. Он мучает, гонит гору, низвергает из пули. Он жажду разжигая, в миражах водой блестит. И он во всем, что между началом и концом. Он только николь зла, лишь только в нем. Он искушает и лишает сна. Он гонит прочь ее за годом. Если ты будешь изгнан из себя, на его мысли все, но не судьба ему понять, способен ли себя познать. Пусти доступно его мысли все, но не судьба ему понять, способен ли себя познать, способен ли себя познать. Сам Бог, ты есть сам. Твои уста творят Его бессмертный слог. Сие познай, в толпе безликой станешь одинок. Сие и немота пред ней, в
красноречивей станет тысяч слов. И немота красноречивей тысяч слов. Тысяч слов храни. Во мне с тех пор
Звучит громовтех хор. Он мною правит и ведет, и эту исповедь дает. Не знаю, прав ли, что молчал, но верю прав, что рассказал. Желаю, чтобы воспылал и ты вопросами, к кому, куда и как идти. Ты приложи свою ладонь к груди моей. Нет, не огонь, в ней правды жар. Я молчал. Было страшно. Спустя столько лет прозвучали слова о мыслях, запрещенных к обнародованию. Почему человечество было лишено этой правды? Почему? Может, знание, избавляя человека от одних мучений, наделяет его иными? Неужели Создатель сознательно лишал нас этих истин? И все же столько поколений шло к ним, тщетно складывая крупицы простых, казалось бы, знаний о самих себе, искупая их постижение собственной кровью. Зачем мы пришли в этот мир? Кому мы доказываем свою правоту, которую впоследствии попирают? Кому нужны немые мученики и громогласные борцы, если приходящее поколение пересматривает все и целесообразность всего? И лишь незначительная часть признается достойной деяния. И подчас усилия многих миллионов превращаются в золу никого не согревших костров и пепелищ. Всеобщая, вечная любовь взаимопонимания не постигнута никогда и никем. Частная, временная ненависть борьбы известна всегда и каждому. Эти извечные противоположности реальной жизни, понимание которых дано не нам, но потомкам, состоят в том, что проигрывают павшие, чью бы сторону они не отстаивали. Любой уцелевший прав, так как он жил и в конце все-таки познал многие символы жизни, а не стал единственным символом. Символы неизбежно погибают спустя время, заблудившись в историческом выяснении отношений конкретных людей, идеалы которых приспосабливаются под стать изменчивому времени. Он, закрыв глаза руками, продолжил. Прошу, все силы собери, и если хватит мужества, ты все это людям расскажи. Мы носим многое из высказанного в себе, порой не зная о своей интуитивной правоте, и подтверждаем этим еще раз, что только совесть, сердце, поводырями в жизни могут стать для нас. И правда каждого мгновения пред всеми будет правдою вовек, если тот сокровенный миг откроет каждый человек. И не желаю более скрывать, пусть правда зазвучит так, как должна звучать. Всегда. Вся. Всем. Правда, 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 правда
осуждай, но познай, за будущее в жизни прощай, изгнай, истина зовет, ты способен, подобен, негоден. Свобода, тело,